попрошу внимания. Сделайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю. Какие у вас в Москве новости-то? Решили с папой второго ребенка доставать. Ну и ну, раньше шубу, мотоциклы доставали, а теперь детей доставать начали. Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбангу. Ну что ж, сегодня не четверг, а пятница. Ем рыбу. Скумбрия и красная, и оранжевая рыба. Вернее, розовая. Вот она там розовая где-то. И хлебушек. Такой у меня сегодня мукбанг. А лук? А где лук? Порезать лук. Ну, порежь немного. Много не надо. Обопьемся с мамой. Воду тоже надо есть. Да. И пить, и есть надо. На трансляции буду пить чай. Да. Моя любимая рыба скумбрия. Ставь лайк, если любишь скумбрию, как люблю ее я. Написали, что... Ой, сказали, что слабой соли, да? Написали. Розовая рыба. На этой. А, написали, что, да? На упаковке. На упаковке, а на самом деле соль, одна соль. Не всегда пишут слабой. Там ничего слабого нет. Слабой соли не бывает. Или малосольная, или это самое. Пересоленная. Да. Сразу написать пересоль. Нет, они, если сразу напишут пересоль, это никто покупает. Правильно? Тут написано неправильно. Какой слабой соли? Соль разве слабая? Так. Так вот. Я уже начинаю тыть. Да кого? Всем луком тыть. Да, тарелку тебе. Значит, хлеб туда. Да, все. Ничего страшного. Так-то вкусно. Как видите, я подстригся. Вот, на работе. Угу. За 2 часа. Угу.
Взял с собой машинку и подстригся. Машинка с насадками. Сначала зарядил ее, а потом начал стричься. Вот. Какая вкусная рыба, а? Обожаю скумбрию. Она вкусная в любом виде. Жареная, вареная. Соленая. Да. А еще горячего копчения. Тоже вкусно. Поэтому вкуснотища. А по вкусу она вкуснее все-таки этой розовой рыбы, да? По вкусу. Потому что семга она менее жирная, чем скумбрия. Как я уже говорил, сегодня не четверг, а у меня рыбный день. Всех поздравляю с пятницей, с выходными днями, с началом. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Под видео есть ссылочка на подарок. Если такое желание есть, можете мне его подарить. Какие там...
Ну и зачем он нужен? И так много этих ТРЦ, ну, торгово-развлекательных центров. Да. И так их понастроили. Кошмар какой-то. Ужас. Петербургской. Не надо это читать. Да, сотрудники встретились в Чебурашке водоканала. Поместили экспозицию Чебурашки наши приплывыши. Ой, ужас какой-то. Да. Еще один разводной мост. И где? Мост расположен между Володарским мостом и Александро-Невским. На самом длинном отрезке Невы в городской черте, где нет переправ. Угу. 50 миллиардов рублей мост стоит. Стоимость моста. Этот вот этот большой Смоленский мост будет. Угу. В этом году начнут строить. Да. Реставрация московских триумфальных ворот вновь стартовала в Петербурге спустя 20 лет. Да.
конкурс на проектирование линии метро от Путиловской до Каретной. Объявили в Петербурге. Да. Четыре станции включает. Участок проектируемый. Станция Броневая, Заставская, Боровая и Каретная. Это уж точно. Ну вот, ребёха. Вкусно. Рыба ржавый. Рыба ржавый вкус? Да. Рыба старая. Ржавая. Не знаю. Я тебе говорю. Но она же не в банке, правильно? Скумбрия. Почему у нее ржавый вкус? Ну, потому что рыба жирная. Так. И поскольку жир, если он долго находится с рыбой вместе, становится ржавый вкус.
запчик, не понимаешь? Потому что в рыбе жире он должен долго лежать. Извиняюсь. Голос из желудка. Да? Какой голос? Голос это голосовые связки. Тогда звук. А в желудке нет никаких голосовых связок. Это шутка. Mm.
Мне понравилось. Маме не понравилась рыба. А мне очень понравилось. Ну, потому что ты другую часть съешь. Да? Во-первых, уже ржавый вкус, и потом еще у них это желчь растеклась. Рыба, это... рыба горькая. Не из-за этого, а то, что она соленая. Нет. Нет, не это. Соль это соль, а горечь это горечь. Ну а ты попробуй взять чуть больше соли на язык и почувствуешь мясо сначала соленый вкус, а потом горький сразу. Да. Есть так что-нибудь? Нет, там уже все, закончились. Выкинуть надо. Салфетки. Не ставили, не ставили. Извиняюсь. Ну вот, вот такой вот рыбный мукбанг. Сейчас будем пить чай на трансляции. Так что... все, надо выключать. Хватит. Вытер руки. Руки, рот. Ты вытирала? Встал. Ой. Ой. Наелся. Вкусно. Хлеб. Там еще хлеб, и там еще лук. Чуть-чуть. Можешь хлеб с луком убрать. Все. Ты заходи. Если что...